Добрый день всем, кто зашел посмотреть мои видео. Вот тут вот я вам сейчас показываю, что у меня творится в зале. Видите? Это вот все мои посылки, которые мы будем открывать. Вот. Я хочу тут навести уборку. А да, я освободила вот это место, где посылки. Это у нас будет для елки. Вот. Ну и, соответственно, я тут провожу сейчас уборку. Хочу избавиться от некоторых цветов опять, потому что места нету, времени нету. И здесь мы будем сейчас тоже пересадкой заниматься. Вот в конце концов я эту свою монстеру посажу. Вот он уже давно стоит. Тут у меня Jewel Orchid. Там он еще одна бегония. Вот, а потом будем открывать посылки. А потом будем... Ну да. Так, ну что, приступим. Начнем вот с этой Jewel Orchid. Она тут начала гнивать. Они вообще очень неприхотливые, но я, конечно, как всегда, забросила это все дело, и у меня тут так, как в Спарте, кто выживет, то выживет. Поэтому я хочу избавиться все равно все-таки от части цветов, потому что ну, это нереально поддерживать такой ботанический сад при работе. Так. Я сажаю, я буду сажать ее Вот здесь вот у меня уже подготовленные под бегонии. Вот здесь вот у меня уже подготовленные стоят контейнеры с землей. Ну, не с землей, а как обычно я использую перлит, кокосовую шелуху, вермикулит, тут мох тоже есть, немножко питмосс, поэтому, а здесь она у меня уже, она стояла в воде, она уже укоренилась немножко, видите, поэтому будем сажать ее прямо сюда. Еще подсадим, у меня здесь вообще, я не знаю, как она тоже не погибла, но тут даже показывать в принципе нечего. Это совсем малюсенькая, тоже такая же Jewel Orchid. Короче, вот видите, но я ее воткнула, выживает как может тоже, я ее воткну здесь сбоку, она другого вида, но надеюсь, что приживется. Вернее, не вида, а сорта, она другого сорта. А вид этот тот же. Вот. А теперь вот это вот у меня бегония.
Ее нужно пересадить. Это бегония U639. Нужно пересадить, так как я ее по глупости посадила практически в мох, и она постоянно быстро очень высыхает. Я сейчас уже купила хорошие специально для бегонии этот peat moss субстрат, так что мы посадим ее в хорошие условия сейчас. Она, в общем-то, редкая, но очень неприхотливая, хочу сказать. Она так растет, она как бы стелится, поэтому мне нужно ее посадить достаточно горизонтально, скажем так. Нужно пошире взять тогда. Вот здесь пошире есть дырочка. Тогда, если мы ее вот так вот посадим, то у нее будет много места еще стелиться. Так и сделаем. Вот здесь, значит, сейчас вам показываю, что у меня здесь. Здесь у меня peat moss. Извиняюсь, по-русски опять не знаю, но переведем. Вот здесь вот такая какая-то штука, тоже очень извиняюсь, но я подпишу в видео. Это новое я купила, специально для бегонии. Она как бы кислотность добавляет в почву. Вот, и будем ее мешать. И контролирует там влагу, она удерживает, но не дает как бы корням там загнивать. Вот, поэтому мы сейчас сделаем такой микс. Мох. Немножко у меня здесь перемешку вермикулит и перлит. Без них никуда. И вот этот вот peat moss. Видите, он какой. Вам рассказать, пока мы тут пересаживаем. Хотите, я вам расскажу ужас вообще, что у меня тут произошло со мной. Как говорится, старость не в радость. Я работаю из дома, ну и за компьютером все время сижу. Ну и у меня, соответственно, начались проблемы там с шеей, да, с плечом, с рукой. Пошла я в джим. А чтобы вам, ну, как бы, пояснить. Я серьезно раньше очень занималась, там я участвовала в соревнованиях по пауэрлифтингу. То есть я, в принципе, знаю, что я делаю в джиме, да? И я пошла и начала это так вот качать руки. 3 килограмма эти были. И я даже не заметила, как. Я порвала себе мышцу на этой руке. Это было не так уж и больно. Вот была такая боль, как... Вот после, ну, как вот после джима, да, болят мышцы, вот такая была. Вот. Ну, я такая, ладно, болит так. Потом, через 3 дня, у меня, короче, рука вот такого размера стала. И оказалось, что это все очень серьезно. Когда мышца рвется, то там какие-то очень токсичные вещества попадают в кровь. Это очень сильно на почке дает осложнение. Вот. Ну и поехала я в больницу на следующий день. Меня там под капельницу клали. Сейчас вот я сижу неделю, отдыхаю дома. Вернее, так дома, да, но не работаю.
Ну, кто бы мог подумать, 3 килограмма, блин. 3 килограмма, и не было никакой там ни адской боли, ничего. Ужас. Сейчас я пойду вот эту вот полью, и я покажу вам, что у нас тут. Ну и вот, посмотрите. Тут, конечно, не очень видно, я потом в конце все вам покажу поближе. Следующее. Следующее у нас тоже бегония. Это вот здесь вот у меня вообще как тоже это выживает. Посмотрите, бедная. Ну, тут, короче, листик и это. Так что, оказывается, тут тоже особо нечего. Я потом покажу в конце. А сейчас я их посажу. Куда их посажу? Поменьше или побольше лучше взять, наверное. Да, вот это. Хотя у меня тут. Сейчас принесу. Возьмем вот такую баночку и опять сейчас здесь подмешаем. Очень все сухое, тут уже тоже все сухое, поэтому сейчас нужно будет ее замочить прям, пока корни совсем не пересохли. Что мы будем делать? А дальше еще вот эту тоже надо пересадить. Тоже, это бегония. Это не просто палочка. Но она очень не хэппи у меня сейчас вообще. В принципе, достаточно много корней у нее, она так плотно. Надо большую бы пересадить. Так как она достаточно глубокая, я насыплю сейчас керамзита, как обычно, на дно. Вот столько вот мы насыпали.
вот этот вот питмос у меня закончился, да, мы тут последние остатки наскребли. Вот, поэтому придется так, с того, что есть. А, мне же тут можно еще вот отсюда, кстати, взять. Тоже, которые я приготовила до этого. Смешанные. Да, это вот штука, что у меня с рукой была, это называется рабдомиолиз или как-то так. В общем, оказывается, достаточно опасно, потому что может вообще даже, ну, почки могут отказать. У меня, в принципе, был не такой, конечно, вариант, потому что тут эта мышца достаточно маленькая, я к ним очень быстро обратилась в больницу. Вот, так говорят, что да, можно вообще загреметь там, пролежать под этой капельницей, потому что они обе стоят капельницы, чтобы выводить эти токсины, почкам помогать. Так, иду поливать. Потом мы сбегание хлористикой здесь. Посмотрим. Вообще в это время покупать рискованно. Это бегония, это из Германии. По-моему, из Германии. Нет, может быть из Нидерландов. Может быть, конечно, тут вот очень много сгнило, но может быть. Сейчас я пока ее в пакет положу.
чтобы она не потеряла. Она очень быстро реагирует на все эти перепады, чтобы у нее тут влажность была в воздухе. А дальше у нас в этих посылках там я заказала стеклянный как бы купол, да, для цветов. И вот потом, когда мы их откроем, то я туда ее переставлю. Знаете, все-таки я решила ее не пересаживать. Пока что вообще не буду трогать. Я поставлю ее, да, под стекло, но пересаживать пока не буду. Так, ну все, мы с бегониями сейчас закончили пересадку. Теперь давайте будем... Что у нас дальше? Вот это вот тут вот. О, боже, боже. Что он говорит, Спарта? Начнем с этой, опять же, как обычно. Все как обычно у меня здесь. Мох. Кокосовая кожура. Перлит. Вермикулит. Но я тут, наверное, добавлю сейчас еще. Не мешало бы. Сажаем ее. Так, где она у нас будет? Да, конечно, ее тут обрезали прям так, что мало откуда можно расти. Будет ставить под фору.
же хулиганит. Холодно, что ли? Бани. Бани. Лицо вытирает под подушку.